Добрый день, уважаемые члены Нарвского городского собрания. Вот и подходит к концу срок ваших полномочий. Все это время за вами наблюдали мы, 7-й и 8-й созывы Нарвского молодежного парламента, потому что выборы у нас происходят в два раза чаще, каждые 2 года. Как же мы оценим вашу деятельность? Начнем с того, что мы хотим вам сказать большое спасибо. За то, что поддержали реконструкцию Дома детского творчества, КЮМа и Нарвского молодежного центра. Спасибо за то, что бюджет Нарвского молодежного центра позволил в июне 2013 года провести мероприятие вместе с всемирно известной организацией Young Americans. С участием 300 молодых тервитян был поставлен мюзикл. Спасибо, что у нас есть свое небольшое финансирование в 2000 евро. Поэтому мы можем проводить обучение, осуществлять идеи и принимать друзей. Спасибо, что в вашем зале мы проводили круглые столы, открытые заседания, и некоторые из вас даже не побоялись взять нас в свои комиссии. Однако, есть и некоторые проблемы. Так, из бюджета 2013 года исчез конкурс молодежных проектов. Верните его, пожалуйста, он очень нужен. Сумма финансирования на трудовые отряды не меняется уже несколько лет, а минимальная заработная плата растет, все дорожает, поэтому у ребят все меньше и меньше шансов попробовать поработать летом в трудовых отрядах. А еще хорошо бы привести в порядок школьный стадион и сделать простейшие площадки во дворах. Наверное, настало время для появления новых открытых молодежных центров. Нарвский молодежный центр – это открытый молодежный центр «Экзит», молодежное телевидение и Нарвский молодежный парламент. У нас идей много, и мы готовы к сотрудничеству. Всегда рады встрече с вами на Вестервале 9.